конец февраля настроение весеннее. Погода переменчивая. Завтра до плюс 15, но только на один день. Так что не торопитесь прятать зимние вещи. В воскресенье снова похолодает. Начнется перестройка погоды. Там мы ожидаем прохождения хорошего холодного фронта. Когда выпадут осадки, это значит, что и дождь будет, и местами даже слабый мокрый снег. Прогноз в интернете: ночью около нуля, днем плюс 4, плюс 7. Воздушные массы, как поле боя. Синоптики говорят, мы на острие борьбы двух вихрей. С одной стороны, это мощные циклоны, которые идут через север Европы, образуются через, значит, они образуются над югом Балтики, проходят, выходят на Белоруссию, а дальше антициклон, который восточнее их, это гребень сибирского антициклона, он их не пускает, он их корректирует уже обратно в сторону Урала, и они как бы ловятся в мешок. Отсюда и сильный ветер. На завтра до 16 метров в секунду. Зима еще борется за свои права. Специалисты говорят, для начала первого весеннего месяца такая погода норма. Пока весенний прогноз на вторую половину марта, не раньше.